нас впереди четверо бойцов, которые будут бороться за звание, за титул чемпиона Латвии по муай-тай. И вот первая пара бойцов. Весовая категория следующего поединка 82,5 килограмма. Формула боя 3 раунда по 3 минуты, плюс, если понадобится, экстра раунд. Бой будет проводиться по правилам муай-тай и лицензии One Sunshine Baltic. Итак, встречайте бойца в красном углу ринга. Представитель клуба СККЦ Латвия, чемпион Латвии по кикбоксингу Дмитрий Хальмут! Представитель муай-тай Академия Латвия. Чемпион Латвии по муай-тай среди профессионалов. Встречайте, Айвис Витос! Вот так! 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 Вот
Ой! Каждый ногой закончил! Так, уважаемые друзья, напомню, Краснодарю Рига, представитель клуба СККС Латвия. Чемпион Латвии по кикбоксингу Дмитрий Кальбос. Весовая категория бойцов 82,5 килограмма. Формула боя 3 раунда по 3 минуты плюс экстра раунд в случае необходимости. В результате отказа секунданта победу одерживает Дмитрий Кальмус, красный угол ринга, клуб СККЦ Латвия, чемпион Латвии по кикбоксингу.